для того, чтобы призвать Божие благословение на участников этого форума. Потому что мы знаем, что любое дело, какое мы начинаем, мы должны его начинать с Божьего благословения. Я верю, что Богом дан нам шанс к изменению своей жизни, что мы общими усилиями, объединившись, сможем изменить тот образ жизни, который был у нас до этого момента. Все-таки начнутся у нас опять уделяться внимание семейной сфере, воспитанию детей. Вот. И со временем, с Божьей помощью, конечно, мы станем достойными подражателями и потомками нашего крестителя, князя Владимира. Будем нести православную веру с гордо поднятым знаменем. В зале рассаживаются участники собрания. А в это время на большом экране отображаются кадры времени до прихода в Украину Российской Федерации.